Ладно. Не, девчонка вообще молодец. Кровь аккуратно взяла. Я даже, блядь, вместо укола нахуй. Не, Даже капли не проронил. Нет. Капли в рот. Смотря я обычно вообще не люблю смотреть на, когда у меня кровь, блядь, с вены берут. Не знаю, почему-то мне, блядь, А сразу. откуда любишь? И это всегда отворачиваюсь, блядь. И в этот раз я такую руку, ну, кулак-то ей дал, блядь, отвернулся. Она говорит, что, говорит, сидишь, блядь, держи ватку. Я говорю, ты что, все? Она такая, да. Я говорю, это молодец. Блять, а кто у нас Дарней? А зачем тебе он? Блять, Я еще больше. Короче, Дарней, походу, кинул этот, блядь, расовую на, блядь, на груля, а ее не пофиксили еще, то есть она, блядь, хуярит же по нам же. Да? Охуенно. Mm. А кто у нас? У нас, не, не стоматолог, лос у нас Дарней. Серьезно? Она по вам хуячит? Вроде да. Блядь, нахуй, нужно, блядь, брать и обузить по горе, да. Вот это? Да ладно. Слушай, я не знал, я ее по КД хуярю. Ну что-то как-то подозрительно, блядь. Посмотри, ну этот. Она недавно, она вас ну, лечить должна вроде. Давай я сейчас посмотрю. Слушай, ну нету ничего. Нету, она в этот, в дамаге, короче, отражается. Но если ты... Восстанавливаю здоровье всем союзникам. Это понятно. Нет, 7 тиков у него. У него 7 тиков было по урону 11 тысяч. Вот у нас толка нету. Давайте это присуммоним всех. Так давайте я Гудлику место уступлю. Будет толк. Нет. Да, давайте. Хочу, да, давай. Она работает. Да, ну все, давай, выхожу Гудлик. Вот, ты нагруляю? Гудлик, блядь. Да. Ну, в смысле, да. Она не нагруля, она так юзается. Нет, она в таргет юзается, либо, короче, типа в таргет, который ты выбрал, либо в союз... Ну, короче, либо во врага, либо в союзника. Слушай, ну нету, нету у него. У него есть тихотрон. У меня в цели в дух грули, я как бы юзал ее по КД. И она, ну, ему дамаг наносила, а вас лечила. А, нет, нормально. Она нас не лечит, она, значит, его хуярит. Да. Нет, нормально. Там всем... вроде. Так. Ну, всех пошли. Это бесполезно, да, согласен. Хотя, блядь, с 20... Людей, блядь, 20 на 6, 120к получается. Ну, в принципе, нихуёво, чё. Там сколько КД? Минута? А ну, я маленькая. Моня, да, да? Да, минута. А, не, нихуя, мало-мало, блядь. Бой. Слушай, шоу. Ну она зато в этот, она в БКД не идет, то есть ты её отдельно юзаешь. Кого сумонить плюсы ставьте в чат. Вот лика. Вот ремонт, блядь, я дальше. А где он? А, вот вижу, все. Тут уже. Пошлите вместе. Так, Абуа тут залетел, нахуй, с температурой, блядь, больной, под пивом, нахуй. Я, блядь, вообще ковид, нахуй, не пишу, не спрашиваю армию, блядь. У меня 13 числа у мамы день рождения, блядь. Я на операцию собирался, на коррекцию по зрению, блядь, ехать. Походу, блядь, все по пизде мне в этом месяце пойдет с этим ковидом ебучим. Да ладно ты, не загоняйся, нахуй. Можешь, пивка въебёшь нормально. А может, у тебя грипп какой-нибудь там? Да не, если корона показала, то корона. Грипп. Корона-грипп. Корона-грипп. А надо по прививку ставить? Я поставил в августе ещё. А заебись, бля, всё, иди нахуй в суп подавай. На прививку. Нет, прививка помогает не заболеть, а легче болеть. Да, она ему не даёт. Это ты умрёшь быстро, был, блядь, всё, не переживай. Без прививки болеют 2 недели, с прививкой 3 дня. Это кто такой сказал? Я бы без прививки вообще не болел. Это в Беларуси короны нет, это заебал. Ну да, Лукашенко стал. Батька отменил, блядь. Как куда нам столько хилов, блядь, тут? Над кастрюлей картошки подышал, блядь, и все. Тепнитесь из хилов кто-нибудь в ДД. Дрыщ, давай, доставай своего ШП. Гудлик мягким шприцом привился, все хорошо, блядь. Кожаным, точнее, блядь. На туре спекнитесь кто-нибудь, куда сюда 6 хилов, блядь, в обычке? Да нормально, зато не умрем. Нормально, блядь, так не умрете. Дрыщ, господь бог, давай, сделай по красоте. А вот этот шаман на скиле, ру-ру, его вообще нахуя взяли? Да надо его нахуй. Если ты не в рейде, то закрой рот, пожалуйста. Спасибо. Вот так вот, блядь. Уважай. А что ж, подожди, что тут есть какая-то инсайдерская инфа по поводу него? Нет. Кулак и каску, пожалуйста. Не в рейд, тут молчу. Мне кажется, Гудлик водочки въебал, блядь. Каску дайте магам.
по ДК кулак и каску. Да по всем кулак и каску, да. Я вам горн дал, все. Че, Булу, как Аумери это написала, нормально, нахуй? Слышь, Абула. Да ничего, нахуй. Я запустил. Каску дайте, бумага, алё, приём. Кулак по хантам и каску по хантам. Я каски раздам. И настой погудли. Не кулаки раздали, ребят. Салам алейкум. Лающие кулаки. Дом кидай. Гуля стоматолог. Вот стоматолог молодец, у него хороший трансмог. Помпея Мавдис, хороший трансмог. Войд, как обычно. Хрипатый, где твой этот бомж-наряд? Бомж-танк. И бомж, а ковбой. Там бомж. Морька. Не, ну ты, блядь, ублюдский трансмог, хоть там уебаешься. Согласен. Кто первый танчит? Хрипатый? Войд или хрипатый? Хрипатый Войд. Хрипатый Войд. Хрипойд горит, кстати. Кто сгорит? Тот сгорит. Тот умрет. А кто умрет, тому ГП 200. Ой, на мне еще. Бля, близ пусто. Эх, дрищ. Дрищ, ты чё, блядь? Хуже гудника играешь, блядь. Ты был нам как без ГП. Ой, долго будете снова. Спасибо, что отхилили. Долго снова. А смысл тебя хилить, если ты в ужасе? Все равно успокоишь. Добейте 200 тысяч, пожалуйста. Я добью. Все, спасибо. Что сказал? Но все равно я тебе желаю счастья. А мне зачем больше? Что, она вешается на босса, это чистится на ару. Все, покупает свои песни. Все, Гудлик, успокойся, правда. Ну, Гудлик, это поздно. Наша держава. Абула. Абула, все, поспокойнее. Беларусь. Никакой политики за рейтом. Че, не вмерла Украина. Неправильно. А как? Сам скажу. И никакой политики. Поставьте лучше бота, слышь, Абула, поставь бота какой-нибудь такой. Байтона Бандера, да. Я могу только церковное печенье. Черепок убейте, черепок убейте, чтоб дрища резал. Китайский народ самый. Дали. Дайте бы рейди, дай бы. Говорит, ты забираешь эту, хрипат и другую. Рибав, дайте по дрищу. Сейчас я тебе дам каску. 3, 2, 1. Инер, залейте. Я вылетел. Куда повели, бля, люди? Я вылетел. Дать и получится. Я ж посмотрю, блядь, что за дон меня выкинул. Кинь не дон, тебя Гудлик выкинул. Да ладно, пару дней ковид его выкинет из жизни. Пару дней и ковид его выкинет из жизни? Чайно. Светло. Память получается. Она не могу. Жалко, мой хороший парень был. Да нифига подобного. Кто, Абула? Я думал, мы команда, семья, блядь, и вы пошли нахуй. Ты сказал, семья? Да. Гудлик, мой пасынок, я его отчим, блядь. Или бандалер. Семья? Блядь, мне показалось, что плевок был. Песня, это не спрашивает. Да, плевок был. Да, что-то он вообще-то в обычке урон не наносит. Ну, я зеленку просто прожал, там, я смотрю, много зеленку прожал. Еще думал, что я объебался, только не могу. Ой-о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 й-
Брат.
Не, другая какая-то есть песня про сквозь бабку. Бигуди, по которой ты лети. Гудлик, это такой пиздец. Идите, идите, бейте, милики. Влетаете. Можно? Две секунды, спасибо. Две секунды, нормально. Ну слушай, Невер, у тебя же права есть. Просто замутай Гудлика, чё и не так. Да можно. Ты знаешь, все, блядь, спят там под бамбуковым одеялом, на бамбуковых подушках. У Гудлика, блядь, из ботвы, знаешь. Дайте БР, ЧП. Из картошки, блядь. У Гудлика подушка картофельная, чистая, магия, блядь. Прикинь, ты, блядь, картошка набита подушкой. Я напуливаю под первый щит. Пусть я напуливаю под первый щит, РД. У нормальных людей подушка набита пухом и перьями. Дайте кулак по ЧП. А у белорусов картофельными очистками. А вместо клопов, короче, колорадские жуки. Да-да-да. Картофельные очистки они вместо туалетки используют. Да, они не могут так плохо картошки носиться. Не, в качестве этого они используют свою национальную валюту. Все равно по стоимости она примерно равна. Литл, дай этот кулак по ЧП. Писяков где-то. Писяковушка. А что там делаешь? На белорусский рубль, блядь, дороже. А, я понял. Найс. Белорусы, мирные люди. По читам нужно стоять, а не так, как ты стоишь. Четырианцы все переходим туда. Фридом, где у нас? Я вот уже. А кто у нас? Вагон на Литл. Шел кого просить. Секси. Я дал. Я дал сейчас, давай, да. Я что, это видел вообще? По поводу а ну, что? Чё не так с этой дверью? Я это видел, Донт. Я пробежал, трапу поставил, отрыв нажал и успел. Ты профессионал, получается. Согласен. Ты записал это на этот, на видеоролик? Надеюсь, нет. Увой, да потом возьмешь. Записывается. Это жалко. Знаете, когда у вас комнат, попробую зайти. Попробуй. Блять, как мне нахуй не нравится, блядь, что он пидет. Пускай. Так и передай. Белорусам. Так и передай. Мне интересно, кто хуже, белорус или украинец? Гудлик. 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 Гудлик, а ты бы не хотел украинское гражданство? Нет. Почему? Почему? Хочу китайцы. Китайца хочешь? Говорить учат-то. Блять, Гудлик. Закончи хотя бы вечернюю школу, братан, ёбаный урод. Это ПР какой-нибудь, знаешь, это школа коррекции, блядь. Я могу говорить, что он несёт? Первый провокацию кто-нибудь. О, какие шмотки упали бесполезные. А, слышишь, Донт? Спасибо, что утонули босс, блядь. Гусок отдал клешни. У меня его нету, значит да. Да, ты отдали? Было, брат, хуйня упала. Сапоги на полшишечки. Да, токен отдали все. Ну все, заебись. Чисто хуйня одна понападала, блять. Зоркий. Да-да-да. Вот прикинь, вот перед тобой поставили двух людей, блядь, и говорят, тебе надо выбрать, кого убить. Один, блядь, украинец, а второй белорус. Коп, ты ёбнул. Гудлика. Блядь, за что, типа, на это? Да просто. При чём тут ранация? Да похуй за чё. Он сказал, что... Похуй за чё, блядь. Он сказал, что он твою маму в кино водил. Тебе надо убить кого-то, нахуй. Двоих ебашить, типа, одинаково сказали, значит, одинаково ебашить. Ну так сказал кто-то один, блядь, и надо. А ты должен угадать, блядь. Мама, ёб Шрёдингера, блядь, вроде есть, а вроде нету, блядь.
По-любому это украинцы. Шо, интуиция, блядь. Я бы белоруса ёбнул. Дед, а кто сказал того ебашь, типа, а как ты выбери, блядь? А я бы белоруса. Учитывая, что Украина не завкинул. Ты можешь сказать, блядь, а сделать ты не можешь. Как что-нибудь ляпнуть, это пиздец, нахуй. А был, походу, этот украинский штамп, блядь, короны подловил, нахуй. Через Украину начал бомбить почему-то, блядь. Готовьтесь к забвению! Бля, ну огромный, когда 39 сидит. Да не-не, он ничего не подхватывал, он всегда был таким. Да не-не, блядь. Я, блядь, думал, откинусь, нахуй. Була, успокойся. Ну это первое дня, да, так будет. Я тоже думал, блядь, год назад где-то что умру, блядь. Ну нет. Не фартануло. Вот прожал. Хорош. Була, блядь, россиянин, блядь. Ну уж лучше так, чем бульбастанцем быть. Лесую, блядь. Привет. 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 Кто бы ты ни была. Запомни, Гудлик ждет тебя по ту сторону границы с арматурой. Что тебе, блядь? Сбежится вместе с тобой, блядь. Зачем? Ты ее сдаешь? О, лозы, блядь. Я ей не дам. Шая курва, блядь. За какой ты границей стоишь, блядь? Белорусский. Что у тебя за клан, нахуй, рассказывай? Клан мертвых песков. Клан курды, курды. Клан арматура. Мы, конечно, мирные люди, но арматуры убивать не будем. Конечно, мирные люди, но пиздец какие тупые. Гудлик, так закапываешься, да, пиздец. Ержан, вставай, ну. А что ему еще делать? Так, Ержан, вставай, мигрантов выгонять пора. Невер. Милики бы не проебитесь. Невер. Молодец, Невер. Вообще красавчик. Ну, их разбил. Бывает. Обоссался. Да вообще красавчик, заставил вас хотя бы побегать. Но... Хочется побыстрее, блядь, пройти эту хуйню всю. Блядь, я не успел. Вы долго будете по боссу играть? Может, инферналов убьете? Пусть РДД этим занимается. В смысле РДД этим занимается? Я тогда буду только хилить РДД, блядь. И меня хилят тоже, блядь, ползунбаны. Ты, блядь, вообще насрал под босса, блядь. Ну и что? Дайте мир, пожалуйста. Не насрал, а насал, во-первых. Дайте зорку. Слышь, ЧП, а он в поле так же делал, да? Кто? Ну, Невер, в поле, когда вы вместе там срали. Он так же делал. Ну, блядь, я тоже, тебе расскажи, тоже захочется. Вот именно, что ты лезешь в наши отношения. Какие нахуй отношения, блядь? Да я просто спросил. Дружеские, бля, какие нахуй, чё, блядь? Тебя клонит куда-то, не туда. Ой, ты бери эту госпожу. Куда тебя клонит, Гудлик, блядь? В Беларуси? Нет, я не клоню. Ну, арматуру пойди сдай, которую ты там спиздил, чё, блядь, с завода. Блядь, вообще нахуй, агент кастрюля, блядь. А кто тогда агент Бульба? Он двойной агент. Гудлик, а ты хоть раз вживую Лукашенко видел? Нет. Как? А трогал? Нюхал его? Да. Это он брешет. Его КГБшники водили к нему на прием. Блять, какие еще инферналы, ёбнули что ли? Ай да. Просто заигрываем просто. 10%. Прожмемся тогда.
чё, ноги упадут, блять? Да! Нет. Ну. Сука. О, Прига. Утешение. Я рот ебал, блять. Прига. Да, хочу ты с этого сгрош там сбрал. Прига. Это все из-за Зоркова, блять. В смысле из-за Зоркова? Из-за тебя штаны не падают, блядь. Все упали с груля. И не Зоркова штаны, блядь. Да, потому что, бля, если я их возьму, я их поменяю. Это, блядь, где видно, нахуй, двойнера в мага ушли, блядь. Да ладно, чё? Какого? Я там почти фул, по-моему. Который не дамажит нихуя. Вы просто даете, блядь. Надо подстаки давать. Кого, Инер? Да. Чего, блядь? Блядь, аркана пойти что ли сделать? Нихуя не дамажит, блядь. Это какой аркан, ты шо, пьяный? О, это новый успех, я не знаю, там, может, на мейнку надо. Чего? Ну, я бы на я на ОВ бы забрал. Было, что-то мне ДПС не дал. Блять, вы, сука, с танка собираете, чтобы, блядь, из танка спеки, блядь, в кибанке лежали? Ну, нет, я, типа, на всех, на ком нужно, там прихожу помогать. О, гордость. Вот раньше собрал ретрика, а теперь у нас, блядь, 90 тысяч ретриков. Гильдии, типа, в нем потребности нет. Чё, Донт, я запускаю? Собери Невер Демонлок, да? Да. Во, что? Демонлока собери. Бля, а потом Хантабли, да, собери еще одного, бля. В два окна ебаш. Ну да, БМ еще собери. Так ты сделай себе три Хантабли с трижазным спектром. Цвет. Давайте чемпов пропустим на валик. Да, давайте сразу нам его заебали, бля. Давайте Гудлика кикнем. Как этот пол провалится, бля. Кстати, поддерживаю. Давайте Гудлика кикнем. А Була? Надо будет. Еще дышишь? А было лед надо будет нажать сегодня. Точно Гудлика кикаем, подстрекатель. Блять, брат. Ради что тебя, блять. Влад засал. Вот пиздец вообще, блять. Невер, рыбу поставь, что ты рыбалку зря качал, что? На ДК не вкачал вообще, подожди, нет рыбы. Блядь, сколько у тебя времени, я ебу. Бля, может я тебе смотри, знаешь, что я тебе могу дать? Я могу тебе дать. Нет, ну, по идее, кроме Гудлика можно кого-то еще, но вот. Это не так весело, как Гудлика. Знаете, братан, бриллианты. Чёрный купол, раз иди нахуй в очко себе их засунь, блядь. У нас не настолько близкие отношения, что видишь, что засовывал куда-то. Чё там, блядь, у Войда случилось, я понять не могу, блядь. С кем он общается в гильчате? Да сам собой. Он Гудлика кадрит. Ну, а хули, чё бы и нет, блядь. Молодой. Да. Сразу переобулся, видишь? Картофельную сраку хочется. Слышь, Гудлик, с тебя контроль по друиду. Войд, обходи справа. Мы грипнем око. Первый у нас грипает... Невер, потом Крипатый, потом Секси. Три гриппа вы должны справиться. Если что, волос поможешь ему. Собираем око. Ну, порошочек-то пошел. А чё, ок, ок, маг, шипе, шипе, маг. Посмотрим по приоритету. Контроль, Гудлик, это друид. Зоркий, на тебе будет, скорее всего, шипешка. Мага, это темная ночь, шипы. Ханты кидают ловушки. Тут милишники с этой стороны стоят. А, слушайте, а давайте-ка сделаем наоборот. Ой, сойди с этой стороны, два милика с одной стороны. Забери этого, вара ты кашку, а мы с правой стороны зайдем и грипнем мага просто. Всем похуй, что ты с правой стороны собрался заходить. О, литл корова, нихера. Тебе в этом моменте надо здесь быть. Ли, ты делай гоблина. Литл, меня это раз. Да, Таурены уже ни к чему, да? Помой. Чё?
Да хватит донт осматривать конта, забыл, выбери этот чип. Я посмотрел спек у него. Ну что, когда его ММА нету. Давайте его готовность. Да, давайте. Да он без этих, без кусков, все нормально. 5, 4, 3, 2, 1. Побежал. Знаете, блядь, фрида. Давай, давай. Ух ты! Ох ну, ты! Гриб. Да сейчас, сейчас. Что он грибы? На меня бежит. Давайте, давайте. Какой крест? Крестик мы играем. О боже, ладно, давайте череп. Крест куда-то свалил. Геро с них диспел, нам Геру дайте. Хиба, меня сейчас шотнут. Гудли, где контроль по кого? Да есть. Как-то. Меня сейчас шот. Я умер, короче. Найс. А. Кару, дай пер по нему. Войд, прожмись там. Не надо, не давай. Не давай. Инр, залейте, пожалуйста. Не, короче, опять умер. Блять. Сука. Меня печенька била 30 секунд, блять. Да, добиваем, потом в бумага играем. Нашли мага, крестик. Крестик грипнули в рейд. Блять, ладно, печенька грипнули. Нерв почувствовали, блять, расслабились, нахуй. Сейчас сидим, что хотят. Кто того ешь? Да пух. Это лог. Какой лог, блядь? Кто у нас? Контроль нужен. Дайте мас диспел, пожалуйста. Второй. Спасибо, шоу. Невер, так как у тебя самый петушиный перк, сядь на этого, блядь, нахуй упал. Я и так кикаю, просто шамана рядом. Пассивно побежали. За кем она там ходит? Хан, где каток? Я контроль трапа кидал. Вот каток. В мага играем как крестик, крестик, наконец. Рогу не бейте, слип дам сейчас после контроля. Я ее шот творят. Все себе эти друзья ставьте. Шла каких-то. Ну привидел, я пошел его этот. У нас тут два хила тусуются, короче. Давайте мастин. Обратно шаман пошел. Гудлик хочет в ебло. Чики-чики-чики-чита. Абула хочет писюн в рот. Чики-чики. Гудлик, тебе со стендапа выступать, блин. А, стендап. Бульбафест 2021. Чем нынче личного белоруса купить можно? Гудлик не продается. Два мешка отменный бульба. Россиян, кстати, можно за бутылку водки купить, говорят. Дешевле. То есть... За бутылку 0,2 бутылку. Не переживай, тебя дешевле купить, бля, килограмм картошки, блядь, и навеки, нахуй.
А если еще это кастрюли, блядь? Что, блядь, происходит, нахуй? Ебанулись, нахуй, в край, блядь. Расизм. Надо не за ведро, блядь, и за мешок картошки, блядь, а за... Это кастрюли. Не расизм, блядь, это долбоебизм, блядь. За кастрюлю пюре, блядь, ебанулись. Война, война. Короче, собираем, блядь, стол, картошка, водка и сало, нахуй, и все, блядь. Украина, Россия, Беларусь побеждена, правильно, блядь? В центре стола, блядь. По кругу, да. Батя мировой чувак, зоркий пиздец. Кстати, расизм это по отношению к расам. А если мы к нации, значит это уже нацизм. А белорусы это вообще нация, что ли? Не знаю. Я думал, это как аппендик, знаешь, типа, блядь, вроде есть, но и нахуй нужен. Блядь. Ага, ага, это тоже аденоиды. Аппендикс нужен. Зачем? Нахуй нужен. Он плюс он, 15 гирек он, дает. Он, блядь, нам нужен был человечеству, когда мы траву, блядь, жрали, нахуй. Сейчас мы траву уже не жрём, блядь, мясо едим. А что вы жрёте? Ты, наверное, траву ешь. Щебёнку в основном. Да ты, Гудлик, траву ешь, блядь. Да, жрёшь, блядь, песок и пьёшь пиво. Да, Гудлик, тебе шутить еще, блядь. Снега, блядь, пельмени. Трените, трени, да. Дядь. То же самое, то шабова, блядь, балериной станет. Черепочек ебал. Бля, ты кто ебанул? Нахуй у меня балерина была бы когда-то. Или чечетку ебашу. Пархай как бегемот, блядь, жаль, как пчела, на. О, пусть Гудлика, не хильте Гудлика, ну, пусть убирает. Пархай как бабочка, жаль, что ты гудный. Я держать. Ебал, с бабой, ебал. Вы же 23.45, ебать. Да, долго. Это серп падает. Да, дисконнекта. Но мы начали в 40 минут. Ауе ж все, то есть все садите. Ауе. Гудлик. Оливье. Гудлик. Форум. Гудлик. Гудлик. Павел, ДК, потанки тебе мобов. Да зачем? Тебе больно? Да блять, они разворачиваются, мне спину неудобно. Блять, они ебало меня выворачиваются. Гудлик. Он бегает за ним. А вам не понять просто. Гудлик. Да в мутке, да. Гудлик. Что игра, купи служа, блядь? Да нет. Блин, Гудлика трогать, господи, все. Его, бля, он так уже на дезморали, он же бы кнопку ищет, блядь, Люнус с Гилли найти не может. Гудлик. Пусть читать не умеет. У меня такие мысли иногда прилетают. Гудлик. Таня заебал, блядь. Так хватит мыслить, предупреждать. Гудлик. Иди в сраку. Да я бы хотел сейчас вопрос тебе задать. Ты вообще не знал, мне уже смешно, блядь. О, скоробей. О, прига. А. Кто еще, кроме короля лича, выиграет от подобной глупости? Клеш, не лежи, заходи тут сразу в вход, вот. Прям. Вот тут. Че это максимальный запас здоровья? Тут на офспех можно забирать? А там Войт на мейн заберет. А, кстати, да. Гудлик. Нема дома, зайдите позже. Нема дома, блядь, что нахуй? На белорусском, ой, на украинском, блядь, бачишь? Войт ГЦ. Дебил, что ли? На украинском, блядь, ни одного слова не знаю. Ты шо, блядь, девчина, не вразумивши, шо ли? Всё, что так. Троль, отойди назад немного. Ты булей уябу тебе. Гудлик. Блин, на реактивных сапогах убежал. Гудлик, заебал, ты хоть раз от Венеры письку лечил? Ты булю завалю, блядь. Нафиг, давай ты поубишь.
Да мне не ловить, блядь. А что у нас? 5 хилов, блядь, прохилят и так, наверное. Гудлик, представишь, что первый это Тити Алина, нахуй, ни одной там не Войд просто. Говорит то, что это третий. Мне не надо. Дайте каску помогу. Что придавать, какая разница? У нас секма давать еще? А, Помпея? Что происходит? Два вторых спека, приора одного выше. Так. Подожди, то третий, это ж еще ниже приора получается. Ой, походу за то, что он ГП много начислили, то, что это не мейн спек. Слушай, ну я могу, конечно, слетать шмот танковский взять. Будет там где-то в районе 40. Так, пусть будет. Кто у нас еще? Помпея, давайте тоже в танка. Положишь с внешней стороны, Невер с внутренней. Так что, слетать или не летать? Да нахуй, что, блядь? 6 хилов. Захилят, ёбаный. Ну ты бог. Без этой, без злоби. Здесь похилят, блядь. На 15%. Уже 230-й, мы все захилят. Вот, да захилим, давайте. О, я могу Войд, не... Чёрт, блядь. Войд, чёрную. Этот хрипатый белый. Вайпер, что ли? Блять, я бы хотел себе личного белоруса, нахуй. Хрипатый, да? Так у тебя гудлик есть, нет? У меня, блядь, пюрешку бы, блядь, варил, нахуй. Драники делал, да? Да, колорадского жука, блядь, собирал бы летом. Будь здоров. А, белую кто танчит? На кого наплевать? Белая какашка. Ой, да не свет. Хрипатый спекается, он там пишет, или что? Да, хрипатый, ты спекаешь да, от танка. Да, 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 в два танка, да. И белый баф берешь. И черную тончишь. У них обоих белый баф. Ну, а хули нет. Да вообще похуй. Белорус от нас картошкой, хуй гармошкой. Возьми хрипаты черную себе метку. Это хоть кто, хоть что-нибудь возьмите. Черную возьми, ты будешь луну бить. Что, а что войд, походу? Ну, дрич, ну не знаю, ладно, давай, спасибо. Невер, блядь, пиздишь и пиздишь, блядь, заткнешься, нет, нахуй. Нет. Молька вылетела. Господи, помилуй эту душу. Пять, четыре, три, два, один. Поближе встаньте все. В один фрейм, блядь. Ты, кстати, это, дрищ, можешь ПС-ку в меня Горки нормально все это? Не тревожит, ничего? А че? 40 тысяч, блядь. Как на выходе будет 5? Сейчас умру и все. Да, за такую можно и ГП давать. Хантам, блядь. Остаемся. Че, они тебе... Весь дамаг тебе должны перенапуливать, пока. Блять, я все не грипнул. Ты, блин, Рона, купи ему, блять, у него скилл, блять, перенаправление, да. Залети, Инр. Уже. Я вижу. Дайте Сальву по стоматологу, пожалуйста. Да, свет взяли? Переходите сейчас вот после этого, как будет. Бля, ну все баф словили.
светло сейчас сорвется на кота. Короче, на восставство тебя. Карус, можешь залить? Ладно. Мне не надо. А чего вы не поменяли цвет? Черную взяли себе, убьем быстрее. Белую выводить. Мы здесь добьем. Три головки сфер плюс топ-2, да? Правильно? Блять, старые правила вспомнил. Какие? Блять, прига. Вы серьезно? Ну, сказал же, две. Да, надо было идти во второй рейд. По один. Так, сколько у меня, блин, 8. Ну ладно. ГЦ. А у ЧП нет приги? Нет. Бля, братан, пиздец, нах. Это все вообще. Все, видишь, он даже ничего не говорит, он все, он там конвульсии, да. А было роль, блядь. Ему похуй, блядь. И так топ ДПС гильдии. Так, блядь, на меня всегда танк ТК играет. Ну ладно. Кайфивый. Ребята, почему ЧП забрал фригу, расскажите? По приору. А, все, по приору. Я думал, вы сказали, гильдии нет. Все, все, вопросов нет. По паролу выиграл. Концу ладеру. У нас по алфавиту раздаются приги. Блять, тогда я имею фамилию Абрамов, блять. Мне все должны давать. У кого меньше этих букв ники, то ты ролик. Гудлик получается. Да гудлика до хуя, там он никогда, блядь, не сролит. Дон тоже тогда получается. Все, ты там все забрал? Да не, может нажимать, я сейчас быстренько раскидаю. Там еще полторы минуты. Вы. Что там еще есть? Бесполезный дагер. О, клево. Хороший дагер. А на трансмог? А на трансмог можно такой забрать? Почему на ДКСе нельзя взять его? Нажмите кто-нибудь лед. Выключите лед, блядь. Он такой есть. Вверх поднимите, это я не буду говорить, кто его дал, блять, но камеру просто вверх подняли и все. Выключайте все равно нахуй эту хуйню. Нахуй, нахуй вы хуйней занимаетесь. Я сейчас всем ДКшкам просто дам ГПСе. Хуяли всем, блять, ДКшкам? Ты можешь посмотреть, кто дал его, блять. А, ну там же сейчас покажется, когда кто-то умрет. Так да, сейчас там будет, уже что ДКшка его убил. Сейчас видно, что... Да ну просто взгляните в бафы. Не, а там разве не падение будет, что этот? У меня сейчас не написано, чей баф. Блять, вы можете посмотреть на бафе, кто вам его дал, блять. Это Дон такой пишет. Да. Есть одно, кто пишет. У кого тебя стоит, с коробки работает. Сейчас обонющие Доны стоят. Да убирает, он уберет, он троллит просто. Ну тогда тоже так делал. Нормальные пацаны, никто ничего не собирается. Но есть тот, кто не уберет. Мужика. Он не убирается нихера. Ну кто не засыпет, кто не уберет. Там хуйню дают, лисы, не убирай, блядь. Я себе перо в конце дам, не похуй. Был бы я на твине, я бы нажал бы. Блять, хорош нахуй, на мужика, блять.
Или ПГП просто нахуй, и все. Вы не занимаетесь. Вы камеру, конечно, блядь, не знаете. Да поебать на вашу камеру, очень ёбнутые нахуй, блядь. Вам заняться нечем, блядь. Каждому, блядь. Хуяли каждому, блядь. Каждому по пятихатке, нахуй. Хуяли. Хуяли, блядь. А что ты по два раза закидываешь? Прикинь? Один ДК подставляет всех ДК, блядь. Вот это, как в армии будет, блядь. Один пидорас накосячил, все, блядь. Гудлик отживается, блядь. Да ладно. Люди, а ты типа посними, зачем ты этот... Скриншот не скиньте просто, кто закинул баф. Он же написал, кто. Дон, ты по два раза зачислил, понимаешь, еще всем. Да. Ребят, типа, зачислил одному по полтиннику, другого, всем остальным по сотке. Секси... Тролль, ты уже второй раз такой хуйней занимаешься. Ну, когда был первый, скажи мне. Ну, был, ну вот... Да, я нахуй вы хуйней занимаетесь, блядь. Время просто тянете, блядь, на ребафы, на всю эту хуйню, блядь. Чё-то в ВВК вы такой хуйней не занимаетесь, блядь. Блядь, я не в ВВК нахожусь. Это, блядь, РТ, ты не с пугами, блядь. Я ГП получил. Значит, мало получил. Сейчас нужно понимаю, общественное блядь. Порицание получить, да? Это же твин. Похер. Давайте на счет три всеобщее презрение секси-троллю. Бля, обуло переобулся. Обуло, блядь. Нихуя я не переобулся, блядь. Я, кстати, держал, блядь, мышку на... Я думал, если ты отменишь, я нажму, но ты, блядь, на мужике, нахуй. Ну ты красавчик просто. Лучший просто, блядь. Нафиг. Оп, нахуй. Что дайвер за... Скиньтесь ему по косарю голды. Вообще, без вопросов. А, кстати, Донт, я тебе не отдал, я же там говорил, там, на майке. Давайте уже РЧ поехали. Меня Гудлика погнал тогда. Ничего не знаю, нахуй, ему я не отдам, блядь, этому желобу, нахуй, сраному, блядь. 15 тысяч, блядь, дракон, нахуй, пусть подавится. Давайте РЧ погнали. Молька, походу, АФК. Молька Хан написал только что. А, понял. Пускай меньше 5 на плюсе. Кто сверху грипает первого? Да я грипну. А там у нас крипаты есть, он в танке. У нас кто-то со скровеем попиздиться решил. Только это по таймеру запускайте. Да, по таймеру запускаем и... Что тут? В принципе, все. Войд на боссе, хрипатый на одном мобе. Вот, у тебя есть ассист, поставишь мне, типа, наверное, на которого это будешь первого грипать себе. Ну ладно, хорошо, я тебе череп буду ставить теперь. ДКшка, забирай другого. Лучше в рейд 7 что-то. Значит... Сейчас все готовы. Добавим. 5, 4, 3, 2, 1. Дайте истерию тут коту. Рыбно не будет, блядь. Пусть ебашит, ну. Ибо поехал. Без истерии умер, сука. Да ну за это уже пора ГБ давать. Это просто пиздец какой-то. Ты чё такой нет? Вам бы сыграете? Бэр, дайте ребаф пока туда идти. Нервничает, этого писька отвалится. А у тебя уже отвалится? Она пуляет. Нервничает, блядь. Когда мы чили на расслабоне. Ты нервничает, а и запиксели ебучи. Абула, ты жив, что ли? Абула, ты умер? Нет, меня убили. Феликс, играете? Убили сильно. Да, наоборот, очень сильно.
Да я чем, не тащи меня в свои игры. А табулы бежали, Боб ему нужно будет дать. Я дам. А табулы, бегите, у него ковид, блядь. Маски не забудьте, социальная дистанция. Танцы, да? Ой, закинешь в это, наверх? Тоже наверх забегать хотел. Сейчас выкопается. Две секунды. Мы босса собрали. Стой его на месте, держи. У меня реактивных сбогов нету, чтобы ему проворачивать. Черепачка? А, без напыла будет. Череп сыграли. Там есть у кого-то? Есть? Боб? Да, Боб. Дали. Ну, у меня тик прошел. Ну, хорошо, что один. Стоматолог. Есть Боб? Будет? Да забегай в уж. Больше нету. Просто забегай, да. Можешь чарнуться меня. Сейчас выкопаются 3 секунды. Эй, бля, да какого хуя? Босс. Ближе к жопе стакнулись, кто там с кошкой стоит. Веру. Метки хилится только. Хотя даже урона что-то не отупается. Держите. Так вообще все должны быть там процентов на 20. Ниже. Танк только на фу, Вайда и Крипатова, и все. Остальные по 20%. Метки на 50. Али хил. Стоп, хил. Я даже не хилю. У меня по 1000 дамажит, ну, типа, прям совсем мало. Карантин на фуле.
пачка хилов вообще фуловая. Кронтин? А, не, не кронтин, а кэлт. А что-то вообще дамага нету, блядь. Бля, может скипетр мне? Блять, слушай, я, наверное, ноги эти заберу. Где скипетр? Давай, скипетр. О, опять боешка. Опять маунт. Гудлик, продавай маунт. Это у меня вопрос, а это нормально, что до сих пор босс жив? Мы все бегаем. Ты зависла, получается. О, вот это день. Я не знаю, мне очень сильно